Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. И конец сезона у нас будет через 6 дней, 17 часов. Ну, грубо говоря, через неделю. Так что, ребята, вы должны успеть получить 50-й ранг. Ну, а мы с тобой пойдем на громкое событие. Это у нас ежедневное задание. Сразите вспышку на солнце, пока поганка не принесла ей достаточно солнца для использования остроя. В этом вам может помочь стратегическая колода Лорд Вампирят. У Разгрома есть такая колода? Давай глянем. Блин, вспышка на солнце, коварный противник. Не, ну это рано. Этих слишком много. Блин, даже не знаю, что делать-то. Даже не знаю, ну пока оставим так, ребят. Но вспышка на солнце. Начинается у нее вот этот бзик. Мне пока ничего, ребят, не ставить. Я же не буду тратить вот свой суперудар на какие-то поганки. Конечно же нет. Поганки пускай стоят здесь. Они... Ой-ой-ой. Давай посмотрим. Ну, у него наверняка... Ага. Е-е-е-е. Вот это, ребята, фартануло. Прикинь. На тебе, а то бы он сейчас тут солнышек бы свои бы наклепал бы. Так, что нам дальше сделать? А если я поставлю вампирчик сюда? Ну, понятное дело, сразу же, ага, обделался. Блин, надо было сюда, конечно, немножко встать. Ладно, фиг с ним. А у нас работает защита. И это способность безумия. Так, а я еще раз поставлю вампирчик сюда, ребят. Блин, ты посмотри, что делать. Мы убираем его, да? Этого хламона мы отсюда убираем. Поехали. Ух, сейчас у меня вампирчик еще раскачается. Так, облизнулся, улыбнулся и влупляй. Итого 7 хп мы ему оставили. Ага. Так, а что если я сделаю вот так вот? Да ты запарил уже, а? Давай мы, наверное, еще сделаем вот так заодно. И вот так. Защита на... Нет, не срабатывает. У него сейчас вот сработает защита. Это да. Сюда. Окей. Ну что, ребята, влупляем. Да ладно тебе. Но в любом случае ему крышка, ребят. Бэмс. Вот так вот мы победили с тобой вспышку на солнце. Выиграйте игру крепким зомби-героем. Это было одно из заданий ежедневных. Так, нанесите 20 единиц урона зеленой тенью и выиграйте многопользовательскую игру. То есть мы сейчас с тобой сделаем остальные два задания, получается. Я сыграю за вспышку, ой, за зеленую тень. И если я еще и выигрываю, то получается одной игрой, ребята, убиваем двух зайцев. Получается так. Ну что же, давай смотреть. Какой-то у нас разгром Рик. 2772. Да ладно вам. Ну поехали так. Поехали так. Давай посмотрим. Воу. Ха. Даже так. Ну давай вот так вот сделаем.
Так, зачем он вот этого охламона поставил сюда? Вот что мне интересно знать. Вот что мне интересно знать. Что он там хочет вытянуть? Ну мы же можем с тобой сейчас убрать, если кого-то он выкинет. Ага. Даже так. Я, наверное, предложу сделать следующее, друзья. Сделаем вот так и сделаем вот так. Погнали. Этого чудилу мы выкинем в любой момент, если нам понадобится, прям уж так вот срочно. Вот этого что ли возьмет? Ну что ж, допустим. Давай сделаем так. Поехали. Посмотрим. О, рикошет делает. Так, ну что, защитушка, срабатывай. Хорошо, очень хорошо. Так, сейчас, походу, тренер, да, выйдет? Нет, ребят, не тренер. Так, ну что тогда нам надо делать? Получается... Подожди, что же получается-то у нас? Две энергии всего лишь у нас остаются. Так вот сделаем. Ну он может... Нет, он не стал делать ярость почему-то. Он не стал делать ярость. Если мы ставим этого... Блин, у него сработает там защита. У него срабатывает защита. Сейчас посмотрим, что он там сделает. Ничего он не стал применять, да? Так вот. Вот так вот, да, значит, ты делаешь. Кроме здесь. Пока все, ребят. Больше ничего сделать не могу.
Это что у нас? Понятно. Так, защита, я надеюсь, сработает. Уничтожим этого хламона. А у него еще, по-моему, один такой, да? Должен быть. Угу. А он против хилов, что ли, тут собирался, да? Буянить, как я погляжу. Посмотрим. Ну, тут, конечно, ребята, уже не выжить нам. В любом случае, 5 плюс 2 и тут 5, 10. Нет, не получится. Даже то, что мы с тобой тут карт наберем, ну, как бы совсем нехорошо. А так было бы прикольно, на самом деле бы. Так, ну мы не выиграли, поэтому... Поэтому нам нужно еще переигрывать. Да и 20 единиц урона мы не нанесли. Поехали. Подожди, это хоть та вообще колода-то у нас? Про которую я думаю. Или это все-таки другая? Да вроде бы как та. Просто что-то... Не совсем то, что выпало. Ни одного ландшафта... Нет, выпал мне ландшафт на двойную атаку. Но мне хотелось бы ландшафт на добор взять. Так, у нас профессор, мозговая атака. Ну, этот даже у нас ни один не выпал. Давай проверять будем. Шаманство пошло. Насколько я помню, у этого зомби нету против водяных ничего. Ну, только, естественно, заклинашки и тому подобные. Так, он берет мозги. Вот это вот обидно. Сейчас было. Со способностью команда. Он получает плюс один к атаке. Ну, что там задумался, профессор? Так, если этим растением вы нанесли урон зомби-игрую, забирайте часть шкалы его суперблока. Но я не заметил, чтобы мы у него забирали часть шкалы суперблока. Наоборот, прибавилась ему шкала. Чё-то профессор раздулся по ходу дела у нас. Но это халявная победа, ребят. Да, это халявная победа, потому что, ну, он сдался, мы с тобой не отыграли по чесноку. Да, и вот этим самым он мне дал... А, нет, вру, ребят. Нам же нужно нанести 20 единиц урона. Да, он только нам вот это вот помог сделать. Часть, как говорится, нашей ежедневки. А 20 единиц урона мы не получили. Точнее, не нанесли. Что-то какие-то уровни дали. 27-е, 34-е. Что-то не то, ребят. Но здесь... в чем проблема, ребята? У Нептуси, вот, точнее, у Бессмертия есть... Летучие мыши. Как бы и мне вот... Эх, как бы рискованно сейчас вот этих вот парней отправлять туда. Но, тем не менее, можно глянуть. Угу, вот он как делает. Он поставил по центру специально, что ли, для меня? Блин, сейчас. Ну правильно, в блок, ё-моё. Ну зачем вот это вот в блок? Сейчас летучие мыши будут у него. Он поставит сюда ее.
Мы автоматически лишаемся с тобой одного из маленьких этих. Если он сейчас еще прокачает его, не дай боже. Нет, он берет на энергию. И он карту берет, ребят, добор. Когда летучая мышь уничтожает, она забирает карту. Это плохо. Это действительно плохо, ребят. Ага, вон у него кто. Ха-ха, ну ладно. Угу. Он, видимо, рассчитывал на энергию, да? Шамань, давай, 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 шамань. Только бы не на мою линию. Отлично. На тебе. Петифон в лицо. Так, уже интересно. Телепорт. Так, давай отнимать часть блока. Сдуй мне вот это в середине, пожалуйста. О, ребята, это, конечно, это было шикарно. Это было шикарно. Просто, я думал, у него сработает блок. Но нет, блок у него не сработал. Мы прям в пятачину ему влепили. Шикарно сыграли. Так, ну что, ребятушки, на этом будем закругляться. Кстати, мне осталось совсем чуть-чуть, чтобы получить 50-й ранг. Может быть, попробуем сейчас заработать. Хотя я в этом не уверен, что у нас что-то сейчас получится. Ну, дай-ка гляну я. Так, немножко, по-моему, не та колода, о которой я думаю. Ну, партийку можно, наверное, сыграть, да? Давай попробуем партийку сыграть. За наш орешек в доспехах. Посмотрим, что у нас тут получится из этого. Да, в прошлой серии, ребята, неудачно у нас получилось с Великанусом. Я попытался его найти, но, как видишь, безрезультатно. Чё-то как-то... Чё-то как-то не то, ладно. Первого хода нету, блин. Вот именно что и первого хода нету. А этот у нас на орехах, он не на хилах же у нас, получается, да? Ну, сейчас будем отгребать по полной программе. Так, он еще и мага тут призвал. Ладно, мы будем бомбить этого. Блин, два гриба этих дали. Зачем они мне вот сейчас, вот скажи? Так, нам, наверное, придется все-таки взять защиту. Ага. Да ладно. Ладно, он потратился, ребят. Хорошо. Поехали. Так, так, так. Хильнемся, да? Поставил этого хламона. Окей. Поехали.
Да, тут 4, 6, 8, 8 лицо, ребят. Ох, как неприятно. Потом кого поставим? Этого, наверное. У меня хватит дури-то, чтобы его поставить. Не хватит. Давай тогда сделаем так. И вот так. Кровожадность. Так, ну что, защитка сработает? Должна же, по идее. Откроемся. На всякий, так скажем, случай. Ну вот, теперь можем хиляться спокойно. Два, два и два, это получится 6, 15 хп. Нормально будет. Даже так. Ладушки, давай смотреть. Куда он там выкинет? На воду? Ага. А вот это вот немножко бесяво на самом-то деле. Что вот эти вот говнючки здесь появились. Кто там у него может быть? Я не знаю, ребята. Так, ну что, сделать нам надо следующим образом. Так, получается, да? И... Блин. Наверное, вот так вот все-таки. Плюс чеснок нам, наверное, лучше убрать... сюда. Смотрим. Угу. Вот кто у него. Так, и защита. Но это, правда, последняя наша защита. Отлично. Если он сейчас будет прятать кого-то в могилах, мы, соответственно, будем... сможем уничтожить. Хм. Интересно. Очень, друзья мои, интересно тут получается. Ну, давай я сделаю его так вот. И... ну, вот так, наверное. Понятно, даже не сюда. Аллозавр. Вот это ты хорошо сделал, парень. Вот это ты прям замечательно сделал. Прям великолепно. Ха-ха-ха, не получился фокус, да, парень? Фокус не удался. Да расставляй ты кого тут хочешь. Так, в минус, этого в минус. Вот здесь у него сработает. И он поставит кровожадность. Зря.
Это не поможет тебе, парень, все равно. Понятно, да, все? Да. Орешек в доспехах нас не подвел. Ну что, еще про Тику. О-о-о, ну тут, ребят, скорее всего, я отгребу по полной программе. Скорее всего, так оно и будет. Ну, что тут делать? Пока ничего. Видишь, у него сразу, ребята, добор трех карт. Это уже называется фартануло. У него сразу преимущество перед моими, перед моей колодой. Сразу же. Понятное дело, что он ставить никого не стал. Тоже пропущу. Он сейчас энергию возьмет. В общем, короче, на курабочках он собирается играть, скорее всего. О, начинается, ребята. Два в лицо же, да, получим, если мы с тобой сделаем так. Хорошо, тогда сделаем так вот. Вот так вот. Угу. Что, на своих клонах, что ли, решил отыграться? Ну, хорошо, давай сделаем так вот. И вот так. Ради бога. Ну, у него там дофига должно быть всяких прибамбасов, ребят. И что он делает? Ага. Так, пошел, короче, да? Зомби поставил. Ну, вот это я не знаю, зачем он сделал. Наверное, чтобы уничтожить его потом как можно быстрее, да? Я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так вот. О, сейчас, ребята, хорошо отыграем. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, не сработало, ребят, не сработало. Хорошо, что там у него еще? Слушай, он заколебал, а? Ну, у нас защита есть, если что, потом еще отхиляться успеем. Я надеюсь, успеем. Даже так. Давай сделаю сюда. И сюда. Посмотрим. Наносит 2 единицы урона. Оставляет астронавта. Ну да, на заклинашках, ребят. Плюс подарки еще, да? Мне 1, ему 3. Ну слушай, банан, в принципе, это не самый плохой вариант, ребят.
А на что он рассчитывает? Он думает, что... Ага, вот так вот. Ну, во-первых, я поставлю защиту. Это раз. Сделаем так. И сделаем вот так. Карту дарит, хорошо. Плохо. Плохо, ребята, что так получилось, блин. Астронавта ставит. Даже так. И так. И так. А если я вот так сделаю? Ё-моё, ребят, ну как так-то, а? И что тут у меня? Пузырь! Все, проиграл, короче. Пузырь, блин, выпал мне в конце. Да я так и думал, что он на курбочках будет. Друзья, ну, чё тут? На своих несчастных курбочках он без них просто жить не может. И вот это вот меня убило, ребята, что у него была молния. Понимаешь, у него была молния для воды. Это вот... Как тебе объяснить даже? Я даже не знаю, как тебе объяснить это. Это просто западло самое настоящее. Если бы у него бы не было бы этой молнии, возможно, мы бы выиграли, потому что... А хотя мы бы не смогли выиграть... Эй-эй-эй-эй! Мы не смогли бы выиграть, он мне все равно, ребята, приличное количество урона нанес, да? Ну да. Не, не смогли бы выиграть, в любом случае, получается. Я не знаю, кто там у него. Что за колода? Ага, понял. Что тут делать нам придется? Ну давай так вот посмотрим. Я не знаю, кто там у него. Твою налево. Ну надо было вот так вот поставить-то, блин. Прокачивает, понятное дело, что прокачивает. Так, что он может сделать? Вирус. Короче, этого ханурика надо будет убирать. 2 и 3, да? Даже, наверное, лучше сделать 2 и 3 вот так вот. Или взорвать. Взорвем, наверное, просто. Да, я, наверное, просто взорву. Угу.
А пускай колдует или что хочет делает. Так, защита сработает? Сработает. Так. Так, ребят, ставим защиту. Это на всякий случай. Поставим так. И, наверное, вот так вот поставим. Ну, кому он там атаку будет снижать? Сюда? Или сюда? Сейчас в лицо ему будем нащелкивать. Лучше три. Посмотрим. Так, у него что там? Я не знаю, ребят, что там у него выпало. Рабочика позвал. Серьезно? Как тут лучше сделать-то мне? Прикрыться или... А вдруг у него валун есть, ребят? Даже вот и не знаю. Короче, поехали. Сдулся, да? Угу. У него должен быть валун, по идее. Вирус, наверное. Он ждет вирус, скорее всего, ребят. Точно. Ему нужен вирус. Если вирус он найдет, мне хана. Да и курабочек у него наверняка еще есть. Кактус. Что же мне тут сделать? Давай я поставлю так.
Поставлю так. И поставлю вот так. Угу, уничтожает. Окей. Напряженный момент, если честно. Так, бонус на это. Ага, он сюда, на орех. Он за добором повелся, короче. Ну, валуны-то у него, наверное, есть, да? Я так понимаю. Летучую мышь сюда выставляет. И вирусы. Угу. Так, еще две карты. Да куробочка у него наверняка там есть. О, все, ребят, пошли вирус, короче. Так, энергию берет. Давай защиту. Да ёпрасте, ну ты мог бы, блин, в защиту-то пробить твою налево, блин. Пипец, опять он набрал карт там себе в три кучи. Давай смотреть, что у нас тут получится. У него, знаешь, у него, я только сейчас заметил, у него нету ландшафтов. Ни одного, ребят. Но зато у него есть добор. Сейчас он, ребята, карты все будет прокачивать. Но если у него там заклинания одни, хотя я не уверен, что там только одни заклинания. Так, это все, я так понимаю, да? Этот пробьет мне в блок. Курабойщик. Да ладно, блин. Ждал, что ли, вечность, блин, этого всего, да? Так, только давай без вирусов, блин.
Пипец, ребят. Ну вот это вот, ну... Блин, ну не могу прям, ну раздражает, ребят. Ну все в руку ему, блин, понимаешь? Ландшафтов у него нет. Есть у него, блин, ландшафт? Откуда-то он у него взялся, блин, ландшафт, ребят. Ты смотри, что вытворяет, а? Так, ну чё, нам хана, по-моему, ребят, сейчас будет. Ну, 6 он, наверное, не пробьет, я надеюсь на это. А спасет ли это меня? Опять этот вшивый пузырь мне выпал, ребят. Все. Нахрен мне этот вшивый пузырь в конце игры, блин. Бесит, просто вымораживает, ребят. Пузырь, блин, в конце игры, блин. На, Рэй, получи пузырек. Наслаждайся, ё-моё, как хочешь, блин. С этим пузырьком, блин. Я, блин, херею просто, блин. Пузырь, блин. Так, давай. Против этого щеглозадого теперь будем драться. Пузырь, блин. Лучше не придумаешь. Ну чё ты лезешь-то? Ё-моё, лезет он сюда. Чё, бомбанём его, наверное? Не любоваться же на него, чтобы он тут ещё делал фиг знает что, да? Угу. А я не удивлен. Ну давай, давай, давай свои доборчики делай там. Да, то, что у него кровожадность, конечно, есть и может быть. Это да, это плохо. Такой наивный я. Так, подожди, ну да, в принципе, что? Сделаем так, наверное. Заморозка у него еще, оказывается. Ну, все равно, я надеюсь, что этот не в блок попадет мне. Отлично. Так, давай иди сюда. Так, этого, наверное, уберем отсюда. Чёртовой бабушки. Пока хорош. Я понял. Так, теперь что мы будем делать? Опять ягоду ставить? Опять ставить ягоду, да? Угу, поехали. Что-то он тут энергию берет.
Да ты твою налево, блин. А у кактуса с какого перепуга не собрал? Он должен был нанести ему урон. Непонятно. Ну, взял энергию ты, что дальше? И все? Как скажете. Бе-бе-бе-бе. Поехали. Своей заморозкой. Ребят, ну как вот это вот вымораживает меня, а? Ну я не могу прям, вот когда вот в блок ему все это пробивается, ну... Вантусник вышел. Угу. Так, ну что, будем, наверное, этого ставить, да? Парни. Или как? Так, наверное. Заморозка, ну давай. Так, ну сколько мы тут урона получим? Так, 2, 2, 2, 2. Ну ему должно, в принципе, быть хана. Поехали. Бамс, бамс. Тынц, тынц. Тынц, 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 блин, у него блок, ребята, накопился. У него накопился блок и все. Да что ж такое-то, ну не везет и все, ребят. Ладно, не будем париться. Ребят, мы же и так долго играем. Полтинник наберем за 6 дней, я уже думаю, вполне. Прикиньте, не наберем, вот это будет стыд и позор. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.